А вот и один из двориков миллионки. Здесь история. Это миллионка. По этим ступенькам ходили китайцы всякие разные. Где-то здесь во дворах они же курили опиум. В общем, много чего здесь происходило. Не знаю, увидите ли вы или нет, но вот в этом окне я вижу барабаны или барабанную установку. Возможно, здесь или студия, или живет какой-нибудь музыкант, а может, какая-нибудь школа здесь. Не знаю. Микрофон, всякие вот. Всякие тут инструменты я там вижу. Но не знаю, что там точно. В общем, гуляю по миллионке. Сейчас здесь так. Стены разрисованы, везде всякие разные граффити, непонятные. Музыканты выходят из дверей.
здесь, можно сказать, за стадионом «Динамо», потому что вот задняя часть трибун стадиона «Динамо», а вот новая баскетбольная площадка. Раньше, помню, здесь находилось футбольное поле, но это было в начале 90-х, наверное. Там дальше находится спорткомплекс «Олимпиец», спортивная набережная. Вверх по лестнице находится музей «Владивостокская крепость». А там дальше
спорткомплекс «Олимпиец». На пирсах начались ремонтные работы, будут восстанавливать.
едем. Первый день. Я Я не знаю, что это за зал, тебя еще там...